Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за Тони, будем дапать ему рейтинг, да, и наконец-то лутать последний сундук серебряный и открывать его золотую лихорадочку. Ну и чтобы не тянуть, отправимся в командные бои. Почему? Потому что, ну, я на Тонике в соло бои вообще не вытащу. Вот представьте, я там на таком рейтинге 1000, там уже 15 левел или 14 попадаться спокойно. То есть вы понимаете, да, на таком рейтинге. И я такой 11 на Тони, который ничего не может. Он полный ноль, даже в минусах там огромных. Самый худший персонаж в игре. Поэтому нет смысла вообще что-то придумывать, делать, поэтому... Поэтому мы вот так вот поступаем. Орел у нас решил полететь. Ну что, погнали драться? Чё? Не? Джейд не хочет? Ну окей, значит играем с Джи. Мне как бы на Орла без разницы, будем играть с Джи. Закинем в этого. Лутанем дробовичок. Дробовичок. И пойдем помогать нашей Джейд дамажить, потому что она сильная. Видали, кстати, как она хорошо маневрирует с помощью бочек? Так, на бобра закидываем. Бобра Джейд не любит. Так, этот у нас улетел, красавец. Лутаемся. И идем к нашим союзникам. У Джейд, кстати, золотой дробовик, поэтому особо можно не париться. Мне бы лук найти нормальный. Скелетоника — это одно из основных оружий. Ну, КД очень быстрый. Ну, кстати, Орел к нам вернулся по итогу. По итогу. Джейд очень как-то странно не ускоряется. О, ускорилась. Так, вон лук я вижу, но, блин, его бы достать сначала. Не хочется бросать Джейд, она там одна врывается, пока моя команда... Не до зверей авкает, ничего не понимают и вообще, что происходит на карте. Попробую сейчас здесь заделать. Немножко Джейд я защитил. Это главное было для меня сейчас. Я, в принципе, отхилюсь. Ничего страшного здесь нету. Джейд намекает, что там противники. Накидываем на Никса. О, отлично. Успели. Меня тут не успел. Опа, ну бас. На фламингосе. Шо, не увернулся? Ха, слабак. Не увернулся. Хилимся понемногу. Так, тут надо аккуратнее себя повести. Немножечко. Хоть здесь у нас и сильная Джейд, но нужно все равно аккуратничать. Так, у нас тут Лиська отхилила. Красавец. А мы золотаем лук. Так. Два золота, серебро. Джейд все-таки очень много дает. Прям нереально. Ну и Орел, кстати, очень молодец у нас. И остальные ребята стараются, поэтому у нас все красавчики вообще. Приятно, когда такая команда попадается. Если сейчас сразу выбьем 1003, я просто буду кайфовать. Так. Такой же метки. Эй. Не могу догнать крабика. Ох уж этот крабик. Шустрый, как... Как лезвие бритвы, да? Или острый, как лезвие бритвы. Крабик. Ой, это зря мы, кстати, сюда пошли. Орел может умереть, но Орел улетает хорошо. А меня подхиливает, кстати, смотрите, как в зоне хорошо хилит, а? Даже можно, по идее, на краю зоны ходить и пофиг. Смотрите, перехиливает. Вопрос, если поставить сюда бицепс, ой, не бицепс, а что-нибудь типа бинтов, как оно будет смотреться? Почему? Потому что бинты, они же от урона, по идее зона это урон, то есть этот отхиливает, бинт делает дополнительный хил, ну то есть, короче, оно по идее должно ускорять, типа делать как косточка, только в движении, по идее, в зоне за счет использования... Гиги, но это не точно. Надо все тестить, конечно. Когда-нибудь потестим, но не сегодня. Хотя, подождите, я же с бинтом играю, не? Я как-то не помню, с чем я уже играю. Ну вот, серьезно, ну вы видели, а ну. Кстати, 4 килла, неплохо получилось. Старались. Вот наша троица прям затащила. Ну что я мог сказать? Это самые легкие 1100 рейтинга, которые я брал. Наверное. Потому что не помню, как я набрал 1080, поэтому 1100 это да. Наверное, самый легкий. Повезло, что первый раз попалась адекватная команда. Давайте откроем сразу сундучок. Хотя его можно и потом открыть, но не суть. Открываем.
падает дроп на Яру. Лучше бы на зебру упал дроп, было поинтереснее. А то этот клоунский нос мне уже достал. Он постоянно мне падает и падает, падает и падает. Да не нужен мне этот клоунский нос, но они все равно у меня его кидают. Такие дела. Ладно, давайте отправимся еще. А, нет, кстати, бинт у меня есть. Значит, не работал, получается. Хотя непонятно, какой бинт, давайте глянем. Тони у нас один из новых персонажей, по идее, бинт здесь, да. Мид не максимальный. 2,8 лечения, здоровье, урон 43. Ну, то есть, к примеру, мне наносят 100 урона, я отхилю только 43 хп. При этом лечение будет идти по 2,8%. А вот 2,8% от чего? Это непонятно. Ну, ладно, то такое. Ну, по идее, от full хп, я так понимаю. То есть, максимум. То есть, эти 43 хп будут как-то хилиться от full хп. Ну, это я образно говорю, опять же. Потому что там я не учитываю хпшку, просто взял сотку, типа, как параметр, чтобы было проще считать. В реальности там будет, как, к примеру, 1000, то есть 430 хп. И они, эти 430 хп, по идее, должны хилиться по 2,8% от full хп. Кажись. Ну, я так думаю. А на самом деле непонятно. Ну, потом когда-нибудь узнаем. Возможно, кто-нибудь из знатоков напишет в комментариях. Мне будет приятно это почитать. Так, ну, кстати, недавно в комментариях видел пост. Ну, не пост, кто-то написал, что тройная граната бесполезна. Да, кассетная бомба бесполезна, понимаете? Х2 урон бесполезный. Вот это вот, видите, да? Это бесполезно. Ну, как говорится, кому-то виднее. Да. Никто... Все игроки используют, они ничего не шарят, а вот этот парень, походу, шарит. Да, это человек, который это писал в комментариях. Ну, как говорится, да, значит, шарит. А что тут у вас? О, дробовик. Приятненько. Дабл дробовичок золотой, это хорошо, это я люблю. Сейчас, скорее всего, будет замес, у нас просто команда разделилась, не понимаю почему. Непонятно. И заметьте, вот... сложно сейчас будет. Блин, я застрял. А там противник справа идет. А что у меня с управлением? И два никса такие, вжух. Нате вам, лучка. Нате, распишитесь, ёпта, бандиты. Отхиливаемся красиво. Нате, без дробовичка так расписал. Ой, а что-то вас много, я... А что два склада с бабаком зажали? Так нечестно. Ну блин, ну что за притяжки-то? Ох, просто моя команда. Все из этого дурацкого хамелеона, который побежал наверх. Понимаете? Все из этого дурацкого хамелеона. Вот как таким можно быть? Вот куда он бежал? Зачем ты туда бежал? Ты что, против? Вот знаете, чел просто что-то делал, но вообще не видит, что происходит на карте. Вообще не видит противника. Ему пофиг, он просто бегает и страдает фигней. И вот это был хамелеон в нашем бою сейчас. Из-за этого наша команда только что проиграла. Почему? Потому что он не видел на карте, что у нас разделение по команде прошло. Он не видел, что у нас противники здесь на нас нападают. Он ничего этого не видел, и вот бац. Два склада нас зажали, а он такой, и все. Такие дела. Ладно, погнали, следующий командный бой. Возможно, здесь не будет этого прекрасного хамелеона и будет красивая победка. Но опять же, возможно, он и будет. Сейчас мы это узнаем. Итак, ну, хамелеона в этот раз нету. Есть Бак прекрасный, есть Бобер. Кстати, Бобер, самое интересное, что достаточно сильный персонаж в плане того, что даже с 6-м уровнем он может очень много задамажить. Все, погнали. Пойдем мы сейчас командно. Куда Бак убежал? Он же такой... Вот шустрый бык, а? Шустрый бык. Так его назовем в этом бою. Наш шустрый бык. Да лутатиньте вы лук. Стоят, смотрят. Никто не берет. Посмотрю сейчас, что здесь. Ничего. Все, идем. Черепах недоволен. Бак играет, кстати, через ботинок. Он уже убежал направо, не пойми зачем. Что он там нашел, не знаю. Так, ну все, красавцы. Два золотых дропа у нас уже есть. Ну, у меня, конечно, нету. Надо быть поаккуратней. Лутаемся. Все. Теперь надо аккуратно, красиво затащить. Все зависит от бака, как он будет влетать и... Блин, у нас два бобра и 1/10 уровня. Так это вообще жестко. Так-то мы с баком влетаем и все ломаем, да? А бобры дефают. Красивое. Красивое. Смотрите, сколько ботинок. У бака ботинок, у бобра ботинок, у черепаха ботинок. Не знаю, у этого бобра есть ботинок, нету, но, блин, это капец. А не много ли вам ботинков, ребята, а?
Гы, а чё так больно? Хилимся. А чё, 17 луи норм? А чё панелька зависла? Отпусти! Панелька! Офигеть. Не, ну поиграли, чё? Не, ну... Зря мы вернулись с черепахом, но... Тут командная игра, тут... Либо... Мы могли. Я просто видел этот момент, знаете какой? Я успеваю резать бак, а бак залетает в луи и шот этого. В принципе, 12 бак способен шотнуть 17 луи, уже покоцанного, да? Под бобром, к примеру, нашим 10-м, который бы закидывал туда, возможно, мы бы шотнулись. Но... Это ж надо было сыграть командно, да? Нужно было все сделать красиво, и тогда бы все получилось, но... Мы сыграли не командно, и поэтому не получилось. К сожалению. Ну что поделать, такие вот реалии. Кстати, играл вчера на Фламинго Мило. Блин, канистр гелия такая прекрасная штука. Ладно, ребятки, закончим на этом. На сегодня, на Тони. Не хочу запариваться по поводу рейтинга. Как бы сундук забрали и хватит. В следующем видео, наверное, оно уже выйдет завтра. То есть во вторник. Я буду открывать легендарные сундуки. То есть, ну, я открою сейчас, запишу сейчас видео, а оно выйдет уже завтра. И там мы узнаем, выпадет мне на зебру первобытный инстинкт или нет. Но это уже завтра, а на сегодня все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии по поводу тоника. Какой же он полезный, да? Не, вроде бы урон наносит, вроде такой, знаете, неплохой, но как-то он... Короче, активный навык и пассивный навык бесполезный, первобытный инстинкт бесполезный. Вот это вот все делает персонажа унылым куском фиолетового бегемота. Назовем это так. Все, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.